Повезло не всем. Массовые крещенские купания на Камчатке разрешили только в Вилючинске. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в остальных районах полуострова они отменены. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, будет работать только одна купель в районе Рыбачий. Там можно окунуться только 19 января, начиная с полуночи. Жителям Вилючинска напомнили, что в холодной воде можно находиться не более 2 минут. Тем, кто впервые решит окунуться, следует начинать с 5-15 секунд. Перед этим рекомендуют сделать разминку, чтобы размять суставы. Начинающим моржам нельзя купаться с головой. Нырять могут только люди со стажем. Жители других районов, которым не повезло с массовыми купаниями, предупреждают, что проводить обряд в открытых и неподготовленных водоемах опасно для жизни и здоровья.